прошел конкурс детского рисунка в компании «Еврахим». Это не только конкурс, который проходил на фосфорите, проходил во всей компании. Компания большая, в принципе, было много участников. Но очень приятно, что, в принципе, у нас много детей участвовало в конкурсе. И мы решили отметить всех детей, кто участвовал в конкурсе, потому что надо было набраться смелости, что нарисовать этот рисунок, принести, подать на конкурс. И это. Поэтому 5 человек было особо отмечено, в принципе, компанией «Еврахим». Мы сейчас отдельно им вручим грамоты и всем остальным участникам, потому что они тоже заслужили. Каждый ребенок получил сладкий подарок, еще подарок и грамота. Это будет память в таком возрасте. Спасибо большое за то, что ты не выезжаешь. Предприятие занимается выпуском минеральных удобрений. А кто знает, для чего нужны минеральные удобрения? Чтобы овощи будут такими, если в почве окажутся питательные вещества. Их 3. Азот делает растения сильными и крепкими. Фосфор стимулирует рост корней. Калий. Некрасивыми. Итак, азот, фосфор, калий. Кормите землю, и она накормит вас. Награждали детей, сотрудников наших предприятий, которые участвовали в конкурсе рисунков на тему экологии. Вот они, в общем, нарисовали свои фантазии на заданную тему, и мы всех их наградили. А тем более, что, как выяснилось, многие дети, точнее все дети, они очень хотели посмотреть, где работают их родители, поэтому для них это и награждение, и экскурсия одновременно. Понятно. А ты когда рисовал рисунок, ты старался? Да. Там смотреть, как работать. Хочешь? Да. Молодец. В том же кабинете, где моя мама работает. А она в кабинете директора работает? Нет. Юрий сам работает.